Вітаю! В ефірі студія «Репортер». Мене звати Тетяна Костецька. Сьогодні до нашої студії завітав декан факультету міжнародно-правових відносин Одеської юридичної академії Андрій Неугодніков. Вітаю, Андрій! Добрий день! Розкажіть, будь ласка, про особливості вступної кампанії в період пандемії. Спасибо большое, что пригласили в студию. Вы знаете, в этом году приемная кампания «Высшее учебное заведение», она, по моему мнению, не очень отличается от предыдущих кампаний. Возможно, создание личного кабинета для того, чтобы абитуриенты регистрировались, а потом эти в личных кабинетах подавали заявки в тот или иной высшее учебное заведение. И, в принципе, в этом году такая услуга, такая опция тоже есть. Независимо от ситуации в стране, в мире, от коронавируса, в принципе, студенты, которые настроены идти учиться, и в том числе в нашу юридическую академию, они очень хорошо осведомлены, какой личный кабинет необходимо создавать, как регистрироваться, какие сертификаты нужны для поступления. И поэтому в этом сложности нет. Я не могу сказать, что из-за коронавируса, из-за пандемии в Украине вступительная кампания вуза будет сорвана. Скажіть, будь ласка, кого готують на факультеті міжнародно-правових відносин та які навчальні методики використовуються? Я хочу сказати, що в Національному університеті Одеська юридична академія всі факультети дуже важливі, всі факультети дуже хороші, але у кожного факультету є своя специфіка. То, що стосується факультету міжнародно-правових відносин, на цьому факультеті є дві спеціальності. 081 специальность «Правознавство», которая присутствует абсолютно на всех факультетах. И, в принципе, по этой программе в основном готовят студентов, юристов, которые являются основным направлением юридической академии. А на факультете международно-правовых отношений есть еще 293 специальность – это международное право. И я хочу отметить, что на эту специальность в последнее время большой поток, большой спрос абитуриентов и студентов по причине того, что, во-первых, это направление является на сегодняшний момент самым перспективным. И таких специальностей немного. Такие специальности в Украине можно пересчитать на пальцах одной руки. И поэтому родители, прежде всего родители абитуриентов, хотят, чтобы их дети получили качественные знания, но и прежде всего хорошо трудоустроиться после академии. Что такое международное право? Международное право и изучение международного права – это возможность устроиться, найти работу в тех организациях, учреждениях, которые хотят расширить свой экспортный потенциал, которые хотят выйти за пределы рынка Украины. Естественно, в таких компаниях для хороших специалистов существуют и соответствующие заработные платы. Это первое. И второе, у нас открыты границы с Европейским Союзом, и студенты имеют возможность поехать в страны Европейского Союза и при хороших знаниях, при отличном знании иностранных языков могут рассчитывать на хорошее трудоустройство в Европе. Конечно же, заработные платы в Европе несколько отличаются от тех, которые есть в Украине. Это прельщает и абитуриентов, и уже студентов, и, конечно, их родителей. И последние годы, повторюсь, спрос на международное право очень велик. Скажите, будь ласка, а где студенты проходят практику? Практика у нас есть заключенный договор с миграционной службой Украины, заключенный договор с представительством Министерства иностранных дел в Одессе, а также, возможно, проходить практику и в других юридических фирмах. То есть специфика одного факультета не означает ограничения от других направлений. Студенты факультета международно-правовых отношений могут проходить практику как в нотариате, в суде, в прокуратуре, в полиции. Но основное это направление, конечно, связано или с иностранцами, или с внешней экономической деятельностью, внешнеполитической деятельностью. Это основное их направление. Мы в любом случае приветствуем любое желание студента проходить практику в той или иной организации. Скажіть, будь ласка, розкажіть про матеріально-технічну базу факультету, в яких умовах готуються спеціалісти? Матеріально-технічна база факультету, вона на височайшому рівні, така ж, як і матеріально-технічна база юридичної академії. Є у нас виключення з правил. Виключення з правил заключається в тому, що наші студенти можуть обучаться и в других европейских вузах. Между
факультетом и университетом Масарика. Университета Масарика, который находится в городе Брно, заключен договор, и каждый год, к сожалению, в этом семестре было исключение, потому что пандемия везде, но уже не первый год, четвертый, насколько я помню, студенты отправляются в летнюю школу в город Брно, в Чехию. И вы сказали материально-технической базе, я вспомнил, что они не только в Одессе обучаются студенты, они едут в летнюю школу и имеют возможность не только посмотреть на другие европейские вузы, юридические факультеты, но и послушать лекции ведущих европейских профессоров, показать себя, посмотреть на других. Также существует двусторонний договор между факультетом и Ягеллонским университетом Польши. Туда студенты тоже осенью каждого года мы делаем летнюю школу. Этот вуз приглашает наших студентов, они прослушают лекции, получают сертификаты. Совершенно недавно был у меня руководитель проекта Европейского союза в Украине Давидас Вицкаускас, который название этого проекта «Право и юстиция», с которым мы договорились и предварительно подписали меморандум о том, что в следующем году, я надеюсь, после окончания пандемии, после окончания всех ограничений, карантина, мы проведем летнюю школу в Одессе. Это очень важно, потому что мы уже освоили летние школы в разных европейских странах, и наши студенты туда поехали, посмотрели, им понравилось, есть желание еще поехать. Я хочу пригласить и организовать такое мероприятие в Одессе. С одной стороны, привлечь сюда европейских студентов, и с другой стороны, показать наш прекрасный город. Это тоже является определенной рекламой и города, естественно, вуза, который находится в этом городе. Поэтому мы делаем все, чтобы студенты, обучаясь на факультете международных правовых отношений, все-таки не находились в одной аудитории. Они могли сравнить аудитории в Одессе, аудитории в Польше, аудитории в Чехии, посмотреть на разных преподавателей, на наших преподавателей, которые отлично читают лекции не только на русском, украинском языке, а еще и на английском языке, но и послушать носителей этих языков в других европейских странах. Поэтому материально-техническая база у нас, я думаю, на высочайшем уровне. З 1 серпня стала доступна регістрація в електронних кабінетах. Для чого вони потрібні та яку інформацію містять в собі? Электронные кабинеты, студенты регистрируют там информацию о своих сертификатах. Это абсолютно нормально. Я думаю, что поколение абитуриентов, студентов должны потихонечку отходить или вообще уже должны отойти от бумажных носителей информации. Они должны буквально за полчаса, я так думаю, и уже умеют за полчаса зарегистрироваться не только в электронном кабинете для поступления в ВУЗ, но и во всех доступных сервисах, которые существуют не только в Украине и в Европе. Поэтому это еще один хороший шаг вперед. И мы всячески содействуем в этом, а в некоторых случаях даже берем пример с наших студентов и абитуриентов, потому что они с такой легкостью это делают, это вызывает искреннее чувство и желание научиться этому тоже. Дякую, Андрій. Зараз у вас є можливість запросити абітурієнтів до вступу на факультет міжнародно-правових відносин Одеської юридичної академії. Спасибо большое. Я не первый год приглашаю студентов, и они откликаются на эти приглашения. Я хочу сказать, что все факультеты, я повторюсь, в Национальном университете Одесская юридическая академия на высоком уровне. У каждого свое направление, у каждого своя специфика. Но если абитуриенты хотят получить, помимо знания отечественного законодательства, еще и знания законодательства Европейского Союза, знания законодательства Союза Европы, получить сравнительный анализ этих законодательств и иметь возможность обучаться, именно обучаться за границей, конечно же, они должны приходить на факультет международных правовых отношений. Дуже дякую вам, Андрій. Дякую, що прийшли. Дякую за цікаву розповідь. З вами була Тетяна Костецька. До побачення.